На это можно смотреть вечно. Сейчас в кадре вы видите пивзавод. Я думаю, любители пива заценили. Вот. А менеджеры по рекламе этого предприятия уже строчат мне письмо с предложением, от которого, блин, трудно отказаться. Вот очень жду такое предложение, как вот бесплатная реклама для предприятия. Сейчас звучит мелодия под названием Ice Cream. Я надеюсь, вы согласны, что она вполне ложится на этот видеоряд. Но если нет, включайте свою музыку, субтитры. Здесь все будет понятно даже и без слов. К тому же красиво. Из-за субтитров иногда не видно пивзавода. И лишь одни облака вторят мне. Вот так, блин. А вот и она, красавица, появляется в кадре. Сейчас речь пойдет о ней. Что такое Луна, ты знаешь. Вращается, в общем, там в космосе. Всегда одной и той же стороной повернутая. Ну, как-то с нами за компанию крутится. Мы крутимся тоже, там разные задачи, квесты решаем. Сейчас в кадре я жонглирую специальными шариками. Ими не просто жонглировать, если вы новичок в этом деле. А теперь в кадре шарики для новичков. Такими шариками легко научиться жонглировать. Они словно прилипают к руке из-за того, что они со смещенным центром тяжести. Обычные шарики уже давно упали бы, а эти, видите, еще держатся. Если поднести вот так источнику света, посмотреть, то видно, что они заполнены где-то на четвертую часть вот своего объема. А теперь давайте посмотрим на эти два шарика. Земля и Луна. Луну легче узнать, когда она уменьшена в 3,5 раза по сравнению с Землей. Объем мирового океана планеты Земля 1340 кубических километров. То есть на первый взгляд воды на планете Земля дофига. Вот если такой шарик собрать, это получится огромная такая вообще куча воды. Но объем Луны, внутренний объем Луны, около 22 миллиардов кубических километров. Это 22 и еще куча нулей. Если предположить, что внутри Луны пустоты, то это пространство, в котором могут поместиться 16 миллионов океанов планеты Земля. Мировых океанов планеты Земля. Лично я в шоке. Если предположить, что внутри Луны есть вода, понятно, почему Луна вращается вокруг Земли, повернутая одной стороной всегда. То есть центр тяжести смещен, вода с одной стороны и по-другому и не повернется. Это вообще теория, которую уже давно ученые рассматривают как один из вариантов. Но 16 миллионов объема всей воды на нашей планете, это вам не бутылка пива. А если с обратной стороны Луны поверхность не целостная, а то и солнечный свет может проникать внутрь легко. В общем, меня лично такая ситуация пугает до усрачки. Не знаю, как вас. Смотрите, американцы о Луне сказки разные рассказывают. Были, не были, оставили там они какой-то след или нет. Китайцы спутник запустили и молчок, типа секрет. В общем, я сейчас и свой спутник запускать буду, так что зацените его полет. Смотрите, полетели. Так, вот оно, небо, все ближе и ближе. Сейчас уже выйдем в верхние слои атмосферы. Слегка крутит, ничего, сейчас выровняется. В общем, весь процесс, а нет, нифига. Упали такие. С вами был Владимир Блин. Пока.